Владимир Жириновский и его партия грозятся внести в Госдуму законопроект об оскорблении представителя власти. На 5 лет в тюрьму за это предлагает сажать соотечественников главный либерал-демократ страны. Непонятно пока, впрочем, что должно стать мерилом. Слово там «дурак», например, или «козел», «подонок», а может, обычная карикатура в интернете? Но то, что представители власти данную тему подняли, уже не радует. Поводом для такой инициативы Владимира Вольфовича стало его крайнее появление на публике во время акции протеста 9 сентября, когда Жириновского в переносном смысле, конечно, народ закидал гнилыми помидорами, а затем на хорошем русском пояснил, что депутату было бы неплохо удалиться. Представляете, как дядька обиделся. Он сперва руки стал распускать, а после тюрьмой избирателей давай пугать. А с другой стороны, я что-то пропустил. Наверное, это кто там по поводу оскорблений-то негодует? Главный хам в российской политике. Человек, который слово «подонки» произносит едва ли не чаще, чем «здравствуйте». Который может ударить оппонента, плеснуть в него какой-нибудь дрянью. Для Жириновского ведь даже не важно, кто перед ним, мужчина или женщина, все ради пиара. Какие санкции? Да по-доброму надо, лаской надо. Где это твои придурки? Сюда дави, сюда. Сюда иди тоже, журналист. Иди сюда. Давай сейчас. Я произнесу, а ты подбегаешь и начинаешь жестко насиловать. Христос воскресе! Воистину воскрес! Христос воскресе! Воистину! Иди целуй ее, целуй, обними, целуй, хватай! Теперь вдруг данный политик осознал, что иногда бывает неприятно, когда тебя посылают куда подальше, когда тебе хамят, и начал кулаком по столу стучать, мол, мы не позволим, да такое поведение недопустимо. Себя начни, хочется сказать, ну и мы тоже. Начинаем. Еще один карикатурный персонаж современности – Владимир Соловьев. Тоже идеями фонтанирует, даже не идеями. Законодательными инициативами, так будет правильнее. Нет, это не тот Соловьев, о котором вы сейчас подумали. Речь идет о другом лизоблюде тезки Владимира Рудольфовича, который сегодня возглавляет Союз журналистов России. Так вот, в начале сентября этот, как будто бы мой коллега, предложил, а давайте начнем лицензировать блогеров, которые работают в интернет-пространстве, возьмем их, так сказать, под колпак, а то бабло зарабатывают, а с государством не делятся, да и ну, кто-то же должен их курировать, защищать, то есть, чтобы не получилось, как в Центральной Африке. Господа, разумеется, что вся эта история – очередная порция завуалированной лжи, во-первых, а… Где пруфы, что блогеры те в золоте купаются, и бы, а на кой черт мне, например, нужна крыша этого союза журналистов? Есть закон о средствах массовой информации. Работать можно и через него, ну и во-вторых, а вот это уже гораздо более важно, насколько я понимаю, Соловьёта интересуют отнюдь не все блогеры, а лишь определенная группа его экс-коллег, у которых, в отличие от автора данной инициативы, совесть осталась. Вот и ушли работать из официальных лже-СМИ в соцсети. Сегодня бешеными темпами развивается YouTube, и интернет, и блогосфера – это проявление карнавальной свободной культуры критики, высмеивания, в том числе власть имущих, богатых, которые традиционно, в том числе для русского народа. А вот и ответ. Именно это, как мне кажется, является истинной причиной, почему все эти Соловьёвы и же с ними из штанов готовы выпрыгивать, лишь бы угодить хозяевам. Заткнуть надо, потому что неконтролируемые потоки информации, глядишь, косточка какая обломится, может, даже медальку дадут, и ври себе дальше посредством зомбоящика. Пенсионная реформа – это хорошо, а россияне очень хотят, чтобы ее поскорее приняли. Протесты. Какие протесты? Да вы что, кучка хулиганов митинговала, а вся страна в едином порыве в этот день праздник какой-нибудь отмечала. Полицейские кого-то избивали, так це ж террористы были. Ну а то, что Единая Россия по 200-300% в день голосования набирает, а что делать? Если люди их любят и готовы голосовать за кандидатов от данной партии по 5-6 раз, хотите такие новости вообще везде?
Это реальная журналистика. Врали, врем и будем врать. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и обраточка тогда к Союзу журналистов. А не хотелось бы вам, господин Соловьев, выступить с другой инициативой? Например, а пусть ведущие типа журналисты центральных СМИ начнут в обязательном порядке публиковать свои источники доходов, а самое главное – суммы этих доходов. Думаю, аудитории будет очень интересно. Мои постоянные зрители помнят, как некоторое время назад я рассказывал народу о доходах экс-ведущего Первого канала, а ныне депутата Госдумы от ЕР Петра Толстого, который в 2016 году, будучи еще простым журналистом в телевизоре, умудрился накосить аж 43 миллиона рублей. Налогоплательщики, кстати, зарплату ему платили. Стесняюсь спросить, что такого делал этот мужчина, что он получал такие деньги? Пару раз в неделю в эфире фейсом светил, не надсадился, нет, и потом. А мне, например, смешно, когда человек, зарабатывающий десятки миллионов, рассказывает всей стране в зомбоящике, что зарплата в 15 тысяч – это здорово, а пенсия в 12 – вообще суперово. Так вот, господин Соловьев, пусть сперва вот эти вот люди о себе правду расскажут, а потом мы все дружно обсудим ваше предложение, ну и заодно с народом этой информацией поделимся. Ой, так я же еще про потоки лжи забыл сказать, старею что ли. Об этом, к слову, секретарь Союза журналистов тоже заикнулся, мол, неконтролируемая информация из Рунета однажды приведет к тому, что мы просто погрязнем во вранье. Серьезно, правда. Ну тогда предлагаю посмотреть отрывок одной информационной программы телекомпания ОТС из Новосибирска. Ту программу снимала, и в ней ребята подводили итоги выборов губернатора в регионе. По предварительным итогам выборов губернатора Новосибирской области с убедительным преимуществом побеждает Андрей Травников. В избиркоме продолжают подсчет голосов, но уже понятно, действующий глава региона опередил конкурентов с большим преимуществом. А парадокс заключается в том, что единый день голосования проходил в воскресенье 9 сентября. А вот по соцсетям это кино гуляло уже в ночь с 7 на 8, то есть за два дня до выборов журналисты, состоящие в вашем союзе в том числе, программёшку-то сняли и смонтировали, а потом сеть выкинули. Причем это не блогеры, это лицензированная телекомпания, зарегистрированная как средство массовой информации. Часть ее сотрудников, повторюсь, состоит в вашем союзе. Не хотите как-то этот момент откомментировать? Но уже понятно, действующий глава региона опередил конкурентов с большим преимуществом. Классика жанра. Наши любимые геттеры ВГТРК. В смысле, тоже, кстати, лицензированная, официально зарегистрированная российская СМИ, имеющая федеральный статус. На этих типа журналистов тратятся тонны бюджетных денег. А что же такого они нам рассказывают и показывают? Ну давайте я напомню. Эрозия нравов, порожденная за океаном, размывание института брака. Европа безропотно берет примеру США. Неужели так должна выглядеть детская? Фрагмент сюжета, который вы сейчас увидели, на «Россия-1» в свое время преподнесли как пропаганду гомосексуализма на загнивающем Западе. Вот, мол, посмотрите, папаша гей оформил опекунство над ребенком, и что он теперь этому ребенку прививает? И выясняется, что на самом деле на этой стене были изображены автомобили. Hold on, this is why he's oh my goodnessing, oh my gosh-ing. Это в нашей программе, что ли, было? Я, к слову, не помню, чтобы после вот этого вот разоблачения прозвучали какие-то публичные извинения, что ли, от авторов видеоматериала. Ну а про детей-коррупционеров даже напоминать не хочется. Я имею в виду сейчас тот эпичный эфир Вести FM, когда ваш тезка, пропагандист Соловьев, вывел формулу: если у человека имеется смартфон и он прилично одет, это отпрыск коррупционера. Поэтому, уважаемые господа из Союза журналистов, уважаемые политики вроде Владимира Вольфовича, вы прежде чем изрыгать какие-то, как вам кажется, талантливые идеи, разберитесь в своих маленьких датских королевствах, а потом пытайтесь лезть туда, куда вас, в общем, не приглашали даже, и бросайте курить всякую несвежую гадость. Все.
Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в YouTube ссылка на нее прямо надо мной. Полезного и интересного еще много. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже масса поводов задуматься. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте. Поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Машину регистрировал. Номера получил. Говорю, так они что-то как не одинаковые, что ли. Мне говорят, ну, вы, говорит, вам номер телефона дадим. Мужчина, говорит, тоже с такими же, говорит, ездит. Только, говорит, вы, говорит, не перепутайте. Вот это, говорит, не ваш, вот это вот ваш. Ему тоже скажите, что вот это вот его, а это вот не его. Вы, говорит, там потом поменяетесь. Я говорю, ну, хорошо. Только, говорю, у меня сегодня времени не будет. Они говорят, ну, как-нибудь поменяйтесь.